Чё, лечу по КВНС пока. Тупо на пулы по КД нах. Т4 2ДКшник вообще на имбовые. Ну да. Типа бабки так бегали. Мы так бегали в этот, в ЦЛК 25 гир. Там на некоторых, блядь, типа леди, блядь, у нас вообще 3 ДКшника было. Этих гандонов гриппать, блядь. У них агро хорошее, вот на леди танчить там как раз не таунтиться в героическом. Просто там как раз не зыбки, понял, по КД были. Ну, не зыбки, а грипп, да. Но агро, типа по агру это протопаладины в мобов, типа самое нормальное. 3 не зыбки, 2 сакры, блядь, и все, и по кругу, нахуй, было охуенно. Ну, в мобов, да, паладины посильнее. А в одну цель ДКшник топ. У нас этот, Мирон был пал. С него вообще типа хуй сорвешь этих мобов. Он, блядь, постоянно собирал красиво вообще. Димон, спекайся тогда в танка, блядь. Сделаем вот так. Это, Макс, я вот сейчас сижу, думаю, а помимо облома, что, ДКшника вообще никогда не было? Никогда. Ну, Рамзана не считаем. Ну, Рамзана и облом, все, 2 ДК. У меня еще ДКшник есть, танк. О, давай, заходи. Не, лучше палом пойду, я им в льду все-таки хожу. У меня тут еще шмотки нужны с Наксом на пал. Никита же еще ДК был. И все. Ну, срез-то в Дискорде, не? Он первый КД, помнишь, ходил. Срез-то в Дискорде, не? Да нету, наверное. Я бы, в принципе, ходил и ДК, но это когда, наверное, вторая льда 25-ка будет, я пойду туда ДК танчить. Да. Будет, но. Так, ну груди это минут через 30, сказал он, только с работы едет. Ну а так, чисто теоретически, если 30 твинков есть, можно и организовать. Надо одеть сначала твинков. Я тут. Срез, ну, да, у этого ШВД, который этот, у него, по-моему, этого ДД нету, там чисто ДЦ, поэтому я не знаю, зачем ты его перекинул. Ну, это херово, что у него ДЦ только. Он его докачал вчера, походу. А чё, это Вулана, чё у него? Ну, у Вилены тоже ДЦ. Только ну, она в ШП только что была. Ну, там, ну, спек есть, и чё, в ДЦ шмотит. Так у меня то же самое. Ну, значит, пускай идут в 2 ДЦ, блядь. Или кто-то в холика спекнется. Я в холика давай спекну сюда. Ну, спекайся в холика. Спекайся в холика, и через полчаса придет этот рыло, блядь, Артём. Груди, попрошу. Это. 4 пойдем, блядь, потом кого-то да, этот, его доберем и все. Надо только ДД троих найти, и все. Надо 3 ДД тогда, да, и все. Пойдем тогда лохов каких-то отпинаем, на которых... Блядь, то ДЦ не было, то теперь, блядь, целый рассадник просто вообще ДЦ-шник. Хорошо, блядь, они престы лишними не бывают. Ну, а престы заебись, класс. А Зум танк, что ли, 214? Зум танк, он у нас десятку вместо тебя танчил на этом КД. Ну, отлично. Будет у нас 2 ДК танка, да? Да. Войд в ретрике. Я буду друида одного, блядь. А что с друидами напряжёнка, блядь? А где делся, блядь, через этот? Вася, блядь. Сейчас напишу. Ну, Тершан. Я, значит, могу в Энхе пойти, когда груди там присоединится. Ну да. Ну или он там, блядь. Как говна. Но тебя не смущает количество хантов и рух? Чисто не было, вот буквально недавно. Мы искали рогу буквально, и ханта, и шамана. И приста еще до кучи. Сейчас, короче, у нас рейд из 4 классов. Тупо хорошо, что 2 паладина, 2 ДК есть. Спасибо, Господи. Вот то, что этот шаман. Нет, ну, если рыло там чуть попозже придет, я могу ему уступить место, как бы. Да, 24 пойдем, просто 2 ДД еще нужно. Блять, давайте зумора, ребят, при сумоне хочу глянуть. Лока нету. Нужен хоть один лок. Сейчас Васю загнать на сову. О, Соливон. Давайте заебать. Столовка тыкни. Куда? Ну, Самон. Стою, но я на тебя тыкну, а ты на меня не можешь. А я не умею, нах. Я вообще ДД, нах.
Вот самый замес, замес, замес. Да какой замес? Я его убил нахуй уже, бля. А он в меня только что-то там успел кинуть и пизда ему. Ух, здорово, братан. Череду нажал, блядь, закончились двое, нахуй, замес, говорит, да. Ну, такое, да. Опа! Дайте да, еще кого-нибудь. Сука, смешно. Дайте еще кого-нибудь, блядь. Че там, блядь, паладина никакого босса, но нет, он зуто какой-то сидит, че он вредит. Че, локи кончились у нас вообще, что ли? И вроде пачка была. Вон Солион есть какой-то. Хочет в рейд, говорит. Ну, не говорит, в смысле, он на БГ играет. Зута надо в рейд брать, чтобы он бафал, что-то третий баф какой-то. Сергей хэпал, что он сидит? Надо его позвать. Был лог какой-то на N, который вот очень хотел у нас 25 попасть. А где он? Не знаю, сообщение было со вчера, висело. Нечаянно зашел. Привет всем. Здорово. Здорово. Еще раз. Да, еще раз. Так, ну Салливан сейчас пойдет, я ему в ПМ написал, он, видимо, этот, молодец. Особенно. Сейчас доиграю, говорит. Сейчас зайдет Васек. Васек, сейчас этот Суф зайдет. Ну, блин, нечаянно я взял, сейчас вот Салливан, и нам нужен просто хоть один лог, и все. Ну вот Салливан будет и... Суфа куда пихать? А, что у нас еще слот есть, что? Рыло, а Рыло? Ну, Рылу сказали, кто-то уступит. Или территорию уступит. Ну да, да, если что, я это... Просто, а зачем ему? А, у него же проходка есть вроде, да? Ну, у него есть, он просто поможет. А, ну, значит, он просто будет, да, просто так молодец будет. Все ему, там, за... ему там нужна только триня. Самонем Лока сейчас, когда он там доиграет. Когда ебать, он... кого там, бля, ебут кота какого-то, алло. Это у моей кошки течка. Не повезло, но. Устрой, как я, блядь, своему школу у Гагарина, блядь, нахуй. В стиральную машину закрыл его, нахуй, блядь, и все, блядь. Школа там и звукоизоляция, заебись, нахуй, еще и дверь в ванную закрывается, и все, блядь. Ну, она у меня, это, школу Марио проходит, я в туалете запираю. Полчаса, блядь, полчаса в стиральной машине, и все, как шелковый, нахуй, блядь. Включаешь машину. Нижняя стирка? Нет, шерсть, блядь. Так, что там лог? Все, закончилось БГ, нет? Нет, еще видимо. Ебать у тебя, Кирюха, таргет, я ебу нахуй. Че? Огромный нахуй. Это еще хавка закончилась, ведь хавка была, блядь, когда я был реально здорового размера, блядь. У, сука, блядь. Так, можете меня сумоить, когда готов. А, давай. Войску нужна триня на РДДшника, это одна шмотка, которая нужна. Да у меня, говорю, а в ЕП дадут или что, здорово? Конечно. Да? ЕП и ГП, да, все будет. ГП, у нас есть Абу-Даби. Падает сразу. Как бы он, я бы вообще ему лидера отдал сразу. Мне в карманы все, а? Ну, посмотри, я скриншот скинул, нахуй, в общий чат, ебать. Таргет у тебя, я ебу, нахуй. Капец, у тебя тут, да. Ты практически этот, как его... Можешь вместо камня само настоять, и будет такой же зеленый круг. А, это из-за маунта, блядь, цедры. После того, как на вот этого посидел, блядь, он здоровый, да. Ты имеешь в виду фрейм, блядь, большой. Да, да. Сейчас тебя можно как Сапфирон убить. Таргет возьми, нормально? Сейчас. Да? Ну, нет, где-то на. А, нет, так же, на. А, все, ну пизда, это, блядь, хуй пизда сковорода, блядь. Теперь тебя по такому по таргету, нахуй, сейчас лайпать будет везде, нахуй.
Да, да. Блять, если бы сейчас коститик упал, вот это секс нахуй был бы, блять. Нечаянно ты слышишь, что лучше ты... на какого вагона ты зайдешь, сколько там, может ты сразу зайдешь, потому что для проходки нужно всех боссов закрыть, а не только ласта. Короче, вот, в Ульде нет второго кастета? Второго кастета нет в Ульде? Ну, есть хороший кастет с утюга в 25-ке в Гере, блять. И есть железного я еще собрания. Буду собирать Наксен. Но... следующей неделе давай тебя завагоним. Сколько мы ходим, блядь, я ни разу, блядь, его не видел. Просто смысла нету. Ну, ты можешь зайти на ласт, я не против. Но, типа, не факт, что у тебя проходка с него прокнет. Тебе нужно всех убить же. Или ты уже всех убил, кроме ласта? Давай, в следующий раз. Как раз чуть-чуть оденешь там 200. Что там лук, на низине еще, блядь. Да все, лук закончил. Давайте это ткнем самон и переместимся уже внутрь. А куда приз этот вылетит? Ну, значит, как он. Это Алиса, это что? Приз это Алиса, сейчас она клиент обновляет. Чтобы не было всяких этих багов. А, Алиса, заходи, да? Да она в Наксе, если что, этот, говорю, клиента поставил обновлять. О, лог. Можете смотреть, пожалуйста? Там троих нет. А че я его бить не могу, блядь? А, вы же ренегаты, бля. Выйди, так, лок, засу... лока засумонили, лок в инсте, все лок банально. Внутри. Давайте внутрь. А у меня еще квест на лоскутика, хуя себе, бля. Сильно. Очень, бля. Там же все здесь, даже самой никого не пришлось толком, кроме меня. Пошли квест, пожалуйста, еще раз. На этой неделе на лоскутика квест или нет? Да. 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 Читать. Военку пошли. Так, а дайте мне эти баночки на это, на СПД. Иди дай, Леха, купи. У меня тут договоренность. Там чисто по бартеру. Да, дайте грибаночек. Да? Так, так проверяйте все. Кто есть с кулинаркой? У меня, по-моему, нету. Тут двое. У меня есть кулинарка. Так, я релогну сейчас быстренько. Ну, он еще хапал может ставить. Так, а что у нас тут по ДД по сильным? Саша, Суф, нечаянно, я, кто еще, блядь? Саске. Кто? Нарто. Увидишь по ДПС. Я понял. Понял. Так, че этот, поможет пройти? Так, столовка МТ, в него напуливаем тогда, блядь. Дайте рыбу кому-нибудь, кто может дать рыбу. Хорошо сказал. Ну ты сам можешь по сути дела сейчас дам. Выйду, дам. Я не могу на этом чаре снимать. Я могу снять. Дай войти. Одна минута подойти. Одну минуту отошел. Да похуй, Лёха. Лёха, пока. Прощай. Че, пошли трэш чистить? Че, рыбу поставлю. А, вы все поставили. Что, сразу на военный? Да, че же терпеть. Саня, короче, блядь, там по поводу Дэна, блядь, они морозятся, короче, нахуй, ты понял? Угу. Единственное, что я ему говорю, блядь, морозься на то, что, блядь,
типа бабки, блядь, донатил, все остальное херня сюда, тогда, когда, типа, они были. Типа, карантин, хуё-моё, блядь, там денег нету, блядь, голодаю, нахуй, вся хуйня. Может, что, там хоть какой-то скидку сделают. А сколько они с него требуют-то? Десятку, нахуй. Чё-то вообще мощные. Десятку, ну, лоялка, я... блядь, потому что, блядь, нахуй, 30-е там или 30-е. 30-я лоялка, ну да, я помню, слышал. 10 тысяч. Типа, чем больше лоялка? Ну, типа, какого-то типу загадали тоже 10к разбаниться, который реально покупал, нахуй, 300 тысяч голды, блядь, нахуй. Столовка, поехали, чё мы стоим? Работаем. Работает ОМОН. Получается, сегодня за место Эрдру, блядь. Да. Альфа это мораль, да, по-моему? Алиска тут говорила с забаненными, говорит, что чем больше голды задонатишь, типа, тем больше стоимость разбан. Ну, у него ему лепят 75к, что он задонатил, просят 10 тысяч, чип задонатил 300к, с ним говорят 10 тысяч разбан. А какая там должна быть, блядь, промежуток между ними? Миллион, блядь, два? Денджер же говорит, если бы мне сказали разбаниться 5000, я бы заплатил бы, говорит, через 10 секунд, нахуй забыл, блядь. Ну, говорит, десятку, чисто, говорит, блядь, меня просто давит жаба. Поэтому почему я должен, блядь, линять, нахуй, на такие деньги, блядь? Ну, согласен, фигня какая-то, слишком дорого. За 10к можно, блядь, купить себе, блядь, быстрый старт на персонажа и, блядь, на остальные баб просто с фанпэя также, блядь, задонатиться, нахуй, с аукциона одеться, блядь, и пиздец. Будет у него там друид, блядь, я не знаю, 210-й, нахуй. Крафтовые сапоги, пояс, штаны купить. Там пальцы, хуяльцы, все остальное хуйня. Можно 210 с аукциона зарядиться, блядь, там. За 6к рублей с фанпэя можно баба купить просто пизда сколько, блядь, там больше чем полмиллиона. Ну типа да, будет гораздо это выгоднее, чем то, что они предлагают. Вопрос только в аккаунте, понял? Тут из чисто, блядь, ну, да. Упор в эту хуйню. Ну поэтому они и банят. Типа... Задонатил голду, задонатил нам еще и денежку. Ну типа по ихним ценам, если покупать, блядь, голду, потом что они предлагают, тут можно нахуй, блядь, зубы на полку положить. 10к голды, 49 бонусов. Подешевело, что ли? Ну, не знаю. О, блядь, а было-то 1200, на. Ой, блядь, 100, 112, блядь, бонус. Сейчас еще майские кинские досики. О, секси голд, ебать, 15 рублей, нахуй, 3000 отзывов. Пошел ты нахуй, блядь. Опа! Опа! Это майнспек, пацаны, блядь. Да. Нихуя, первый раз вижу эту хуйню. Да, блядь, у меня даже такой на роге есть, нахуй. Чисто шаман пароля, я понимаю. У меня такой на роге есть, я помню, у Женька такие два были.
Надо один на трусмок. Он хуёвый. Ну типа зюмару, если не надо, пожалуйста. А, ну я же при... А, не ну ношу, да. Не ношу. Тогда зюмару больше никто не порожил. Вообще, Саня, на тебя лидера. Будешь ЕП и ПГП как сидел. Давай. Сейчас только этот бой спадет. Как, ну у нас нету 4 танков, я так понимаю, поэтому, блядь, будем двоих 3 держать танки. В куб. Я релогну сейчас. Блядь, секунду, минуту дайте. Миллиард ты престов ученич. Пускай, блядь, он в ММК берут и все. Да там одного даже ученика хватит, блядь. Да 4 преста. 4 преста. 4 преста, 4 ученика, я считаю, это будет весело. Я убивал в одного ученика, он там переконтраливается 2 секунды, блядь. Да он двое, пускай, он в литературе и вот этот четвертый патик прист держит и все, а он зумар двоих учеников и столовка на подстраховке, если он в рейд сорвется, на макс рейнже и все, блядь. Шаман, зачем ты берешь этот меч? Ты мне объясни просто. Шаман, отдай зумару. Пожалуйста. Блядь, ну это очень пацану надо, блядь. Энха UI, да? С мечами. Энх с мечами, новая мета, блядь. Спичками, блядь. Спичечки. Ебическая сила. Холи прист, да ты этот. Прист, блядь, дворф. Охуеть. Теперь я видел все, блядь. А че где рога? Да сильно, блядь. Я замечу, мисс Кликман, парни. Кому нужно отдать? Мисс Кликман. Зумар. Зумор. Первая патя ДК. На нем еще печенечко. ДК под печеньками, короче. На стороне силы тьмы. Че он там стоит, трогает? Мы его ждем или че? Я не знаю, он нам не нужен. Ну, давайте это. Давайте его кикнем тогда. Че? Ну, че это такое? Он что-то писал? Он вылетел. Вылетел. Он на пару секунд. Так, в литературе ты берешь звездочку, прист, который килени. Ты берешь трусики. Okay. Когда он будет подходить туда к дальнему ученику за звездочкой? Если там все были готовы. Лёха, ты берешь звезду, через 2 секунды после этого трусы берет Келени и работает. Других учеников просто ничего не делает. А других учеников Зумар просто на себе держит и все. Поехали. Все, погнали. Лёха, бери. Зумар, ты там пока этот инструктор дерни на себя. Келени, бери. Все, забирайте на себя учениками. Ханты, на пульте звездочку ученика. Крепенько так вообще. Все, напулили. Я не вижу напула вообще. Ученики, забирайте его. Двое учеников, кто в МК держит. Возьми, обнови на трусы МК. И берите его там, сделайте пару ретаунтов. Леха, обнови. Леха. Давай, давай, давай. Забирайте. Дайте БР столовки. Кого мне забирать? Босса. Босса, заберите учениками, это алло. Минус 2, блядь. Что-то у вас не получается, блядь. В ученика на пул дали, вот на ком? На звезду на пул ханты. Дал, отдал. Огромно. Сделайте между собой ретаун. Сейчас Гера нажму. Я не знаю. Отведите, может, босс?
Отведите чуть на середину его. Токсином бы сейчас убрать, но раньше идет. Ханты, напуливайте в ученика также, в трусы дайте нам. Обновляй этот, ММК быстрей. Да-да-да, уже. И бери сразу его на себя, ретаунд, щит. Делайте ретаунты между собой, сейчас агро начнут люди срывать. Обновляй по трусам быстрее туда к нему. Нихуя не пойму, блять, агро не скидывается вообще. Можете, блин, подойти быстрее, чем дальше потом. Так, сейчас таунтить буду. Давай таунти, блядь, я сейчас сагру нахуй сору. Так, сейчас эта хуйня спадет, опять буду брать в контроль. На пульте по трусам, ханты. Ну все, кинь Инна, пожалуйста, рядышком стоит. Обновляем катрусы быстрее. Шесть секунд до там. На пульте по звезде. Дайте сальву, запакую всех. Что не помогает нихуя. Да ты там не догонишь их никак. Обновляй трусы. Саня, лут поменял? Ебать, и дога нет, он за этими штанами 80 лет ходил, блядь. Да, здрасте. Это хорошие штаны на фурика, блядь. Критарп. У вас там фул, да? Угу. А что, ты решил ворваться? Готово. Столовка, поехали. Бавчики там подкиньте в столовку, каску. Все, ману это пью. Вара, тебе что, не нужны эти штаны? Какие-то хуба. Никому штаны не нужны. Бери штаны, Вара, это охуенные штаны.
Ну, с этого и зачем? Я бы понял, если у него Т8 или тогда вопросов. Ну, типа шлем, как бы. 4 куска вару нормально. Их развивать только ради Т8. Как хочет. 2 куска Т8 сразу густо и неплохо. Да, Т8 на вара неплохой, единственное, меня и смущает, что у него бонусы хуёвые. Ну, первый нормальный, второй не очень. Ну, на Рамса не заходит практически. Что там, ну, 200 хп, 150 посты или сколько там. Зачем Рамсу это надо? Чистая хуйня. А вот Фурику еще вообще так нормально щит. А вот... 250 хосты, блядь, для этого... Для Фурика это 2 автоатаки, блядь. Нормально. Да, очень круто. Так давайте по комнате сразу. Все милики идем направо, все РДДшники остаются тут, кроме... С нами туда направо пойдет еще Суф и какой-нибудь... А, ну все. Подожди, надо вопрос. Оставь нам Альфу, что ли? Пусть напуливает. Давай. Я тогда Салота Нари пойду. Ну, ханты это не милики, поэтому вообще ханты могут все остаться тут. Все милики, кто-то сюда к квадрату, Зумар, остаешься тут. И Васек, Суф, иди сюда к квадрату, к нам. А у Е тебя есть, поэтому... Бентер, ты там остаешься, а вот Анари сюда иди. Так, у нас там немножко падали, в принципе, этот босс и без рыбы там как-то... Вар, иди сюда к квадрату, что непонятно в слове милики? Персик. Походу сложно, блядь. Ладно, рыбу он поставили в середине, кушайте. О, рыба все-таки есть. Может, он не в Дисе? Я не знаю, он в Дисе, нет? Я поймам написал, сейчас спрошу. Ждем. Я не пойму, блять. Ссылка устарела, понял, сейчас. Саш, поменяй в информации гильдии, блять, ссылку. Мне это уже 58 человек в натуре пишет, нахуй. Я могу это поменять сейчас? Да, отдельно. А, могу, сейчас поменяю. Принять, все, я новую поставил. Вара, напиши ник такой, как в игре, здесь в Дискорде, я тебе сейчас дам этот права, чтобы ты мог по каналам прыгать. Ник как в игре, и в скобочках как зовут. Все милики направо, Вася, Суф, который сюда к нам, и давайте к нам еще сюда два ханта. Джиро и второй Велзевул, тоже сюда. И Арчи тоже, иди сюда к нам. Вот так нормально будет. Давай, Вар, заходи за ворота. Тебя ждем одному. Алис, нет, иди не сюда. В ту сторону, не в ту сторону, Вар, сюда. У нас здесь хилы. Кто с нами тут? Срез? Елена, Лотанари и Срез. Хорошо.
А у нас кто танчит? У вас зумар там. А, зумар. У вас там зумар, у вас там очко и этот... Бентер хилит. Все, все готовы, давайте пулять уже. Поехали. Очилить почти. Варк, че вы, где? Они тут. Яковлевич. Тотемчики все поставьте посередине, под ворота, чтобы они работали на рейд со всех сторон. Все ауры, чтобы все красиво было, там тотемчик от сил природы. У вас там альфа есть, пусть напуливает. Так, все, мобы пошли. Петов, поставьте на пассив ханты, чтобы они там не ловили где-то вдалеке. Вилзевул, это, по-моему, Асмодей. Насколько я помню. Не знаю. У него, по-моему, другой ник был. Твин Космодей. Да? Ну, в гильде написан. Я не чек. А, есть такое. Я насколько понял, тут если проходка у тебя есть 25-ки с Накса, ты можешь и в льду 10 ходить, да? Да. Сейчас сделаем всем проходки, и надо будет что-то подредактировать, чтобы у нас опять было 3 статика по десяткам, чтобы люди одевались. Мне кого-то надо будет найти вместо Дениса, пока он там не разрулит свои вопросы. Мне что-то кажется, чуть-чуть повыебывается, все равно заплатит. Что ж так кажется? 30 уровень лоялки, блин. Да. Он 250к влил в сервак, они видят, что у него бабки есть. Поэтому ему десятку или... Сука дрявые, вообще ненавижу такую хуйню. А с другой стороны, Люмикс, ебать, ему тоже рядили, что он 60к голды купил, разбан десятку, блядь, но он нам как-то отпизделся по-красивому, что типа, пацаны, блядь, я нихуя не знаю, моя хата с краю, блядь, это я голду менял нахуй с X3, с X2, блядь, но там что-то покупал, блядь. А тут же Дэну вообще шьют нахуй хуйню, что это было 80 лет назад, вообще нахуй на X3. Будет сильно, если нам на лохтибе не хватит ДПС, да, Саня? Да. Я думаю, она сейчас топ-6, топ-7 людей, которые будут по ДПС на лохтибе. Это будет, блядь, как у нас был первый рейд. Фулл ДПС, блядь. В 3 танка, значит, пойдут. Ну просто этот, у меня как раз латхип остался и глут. Хил. Я понял, когда триксы на КД влетать не стоит. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Здравствуйте, Груди. Грудя, ну как ты там? Не обвисло еще, блядь. Нет. Все охуенно. Сработал на разбан. Так работаем по боссу, хлопцы.
Я думаю, что надо будет тебе, Артём, сделать крафтовый пояс, сапоги. Ну там 1-2 кд сходим, десятку, что-то подфармим, что-нибудь тебе подкинем, ну с этой десятки тебе отдадим все. И этот. Сейчас босса побью. Ну у нас сфер в ГБ нету вообще. Сейчас. Ну вот с 25-ки с этой снова что-нибудь подфармим. Ну, с десятки. У меня одна штучка сфера есть. Десятки что-то подфармим. Я там бабла подкину чуть-чуть. У меня с того, что мы этот выбили, блядь, я там рецепт продал. Надо сделать. Ну, сходить в начале, блядь, лучше 10-25, блядь, посмотреть, что там уже будет не хватать, может, ее просто выбьем, поэтому смысла это крафтить нету. Угу. Все, подбегайте к ворот. Ну, если что, я одну сферу дам, вот там, есть. Я там десятку подкину, две еще купим. Тебе жил вернул? Да-да-да, вернул. Да он там начал отъезжать. Ой, да у меня этих сфер там просто вообще не дохуя, блядь, не заметил. Это кто? Джейл, блядь. Вот башка тебе, блядь, защита, парирование, мастерство, столовка. Ты так, погодите, стойте. Так, чё, меня на Тёму, да, меняем? У него проходка есть. Бля, ну это тоже башка тема так-то. Ну я ж тебе... Вот так-то может что-нибудь ему упадёт здесь. Ну я не знаю, там если надо, ему спрашивать. Тёма, тебе надо что-то тут с Наксом? Да хуя шмат? Ну вообще всё, блядь. А, ну так-то там меняйтесь, а чё? Майнспек, маха. Вот тебе и башка столовка, блядь, а ты рад, блядь. Говоришь, мне тут нихуя не надо, блядь, я в ДД, блядь. Всё, пацаны, ладно, короче, я ливаю, нахуй. Всем пока, башка есть, до свидания. Так, кстати, башка не хуёвая, ебать, с мастерством, блядь. У меня, правда, мастерства 32, как бы. Ну так это ж хорошо, блядь. Ты ж не милик, что тебе 26 надо. А с этой еще больше будет. Вообще красиво, да? Сфей хорошая с десяткой. Шам, который лабденс у тебя выключен, аддон. Лабденс, что, блядь? Ну или как у него там? Лабденс. ЕПГП лутмастер включи. Ебать, пацаны, я сейчас, кажется, себе эту хуйню сделаю. Стоим, Арчи, стоим. Я это релок, Саня, сделаю на секунду. Ебать, им чисто на меня похуй, пацаны. Васёк в котике пошел, и я пошел. Все, побежали. Вот этих четверых. Столовка далеко, в зумара на пол. К вам бегут пацаны тут, это не я нахуй, это не мой косяк, но что, меняем тогда, да? Лёха, тебя на Тёму? Да, да, без проблем. Хорошо. Надо. Так, а ты тогда срез, спекайся в ДД, да? А да, мы рубим шамана, всё. Ставьте шкаф. Так, Лёха, кастуй камень. Мне там этот штраф ничего не даст, не даст. За что? За что? Скажи нет, за все повышение давай, говори, нет. Даже Леха. Понял. Че, там стрим у кого-нибудь есть? Нет, тут посижу. Войд стримит. Так, Войд, что у нас там? Так, сумоним груди. Срез тогда спекайся. Спекну. Хорошо.
Так, а что ж тут как нарешать, блять, а? В три танка давайте вот этих первых двух сведем сюда, либо в этого вообще. Да нет. Может давай этот... Через диван. Диван, давай. Да, можно. Давайте диван. А вот спасибо, кстати, вчера забыл тебе сказать. А вот этого нету увара, который у нас танка случайно с пика? Может просто сделаем, блядь, 4 танка и все? У него есть. Как вам предложение, бойцы? Да диван, 2 танка и все. Давайте, показывайте, где там это место, я меня поставим на диван, да и все, я постою. Ну, как по сути, изи. Посередине там вставай. Кружок от типа, иди туда вставай. Паладин, делайте, а, я тебе с кем не знаю, блядь, делайте сами там. Лок, Войт, иди и лок иди туда же с ним. Не-не, лок, да, СС новая, да. Просто СС новая, да. Войт, стой. Иди СС возьми, лок. Войт, точнее. Дай ему СС просто. Из дивана хотите, смысл? Да, и... Все, сейчас мы... Ну, когда будут готовы, короче, просто... Зайди прям на эту херню, прям на портал. Прям сейчас. Прям заходи, не ссы. Вот, все, и тут стоишь. Я зашел, так. Все, короче, мы вот тебе говорим, ты даешь ему диван, все, встаешь СС-ом, идешь сюда, ресы, ну, ты, мы тебя бафаем, ты там отпиваешься и пуляем босса, все. Дайте полный баф по груди. Дай систосы. Тебе просто по грудям дать, блядь. Можно по грудям дать, смотря чем будешь давать. По грудям. Да. Надо этот еще, как она, от друидов, лапу или что она там? Получается... этого бьем, блять, в этом печеньке. Потом, когда уже печенька лоу хпшная, ты с квадрата сюда подводишь нам печеньку. Ну, либо подводишь, либо мы бежим, ну, лучше, чтобы ты подвел, типа, мы тут его бьем. Второго бежим туда. Получается, там будет у нас что, давай, допустим, крест стоять. Все, бежим в крест, ебашим в кресте этого, потом последнего чертова ебашим. Он там в луне, все, в принципе. Все так. А этот в диване стоит 3 минуты ФК, они вообще ничего не делают. Круто. Круто, да. РЧ там все круто. Так, ну давайте, что у нас там? Столовка будет в квадрате, да? Зумар здесь с нами. Так. Давайте РЧ на готовность. Груди. Давай ему бав этот диван и беги к нам. Вот бежит, сразу ему ребафы давайте. Рыба стоит еще. Можешь сесть, покушать. Вот с груди уйди с рыбы. Берите груди с рыбы. Ёбаный рот. Вот она, вот тут. Все, уже пропало. Гуляем. Таймер, давай, пуляй, иди пуляй вообще. Да пуляем так. Кулак дай, полипал. А че? Че, Гера? Почему он да, Гера. Стоит? Че? Кучнее, встаньте. Кучнее, встаньте. А столовка, че, ты кого? Отведи его. Столовка, блядь. Рано подвел. Ничего не делал. Вообще не понял, что делать нахуй здесь не надо. Понял. Может ему хила кого-нибудь отрядите? Ой, я подвел. Все, остальные не убегайте. Все, подводи второго, потихоньку. Подводи, да, уже подводи. Зумар, ты заряжал? Второго сразу ебашим. Уже свечит. Я чисто в диване под Герой. Кидай столовку. Нечаянно, братик, да, Инна? Давайте быстрее добиваем, дамажьте. Куда вы убежали? Да куда убили, да. Мы побежим сейчас в крест, не в квадрат. Давайте добиваем, блин. Все, в крест уже выдвигаем. Крест такая мы добиваем. Ты можешь диван уже снимать, в принципе. Косты сбиваем кресту. Зачем мне? И пока вы на зелике не придете, спустя. Там долго еще у тебя? 40 секунд. Успею. Следите за войдзонами дома. Столовка побежишь, заберешь того босса, как бы срезав вместе диван. Макс вместе с ним.
Да, на вас. Да вы убьете, скорее всего, 3 ляма за 30 секунд. На всякий случай. Да, по таймингу. Остановка дебилит. Чисто 3 секунды еще. Косты все сбиваем, РДДшники не подходите в мелизону. Как в аптеке? РДДшники все широко стали. Ребят, сейчас босса убиваем в портал, никто не заходит. Сразу в чумной побежим. Назад возвращаемся просто. Васек, отойди с мелизоны. Портал никто не заходит, повторяем. Это бескровная победа прям. Столовка, лутай себе, грудак. Одевайся, блядь. Это перчатка, по-моему, БОЕ, Саня. Угу. Надо столовку одеть, потому что, ну, блядь, это нахуй не дело. Что ты, 207, блядь, мы ходим 25-ку, это наша МТ, блядь, 207, привет. На ретро надо ходить. Стойте. Вернитесь, отойдите. Потихоньку идем, потихоньку. Там успех. Да, включен, включен. Левее, вправо уходит. Врубай успех. Не достает что-то спек, блять. А по центру можете. Да все равно их придется бить. Скорее всего. Да. Бейте, пуляй. Я релок делаю сейчас, это что-то лагать ничего. Мне ж прям так нравится, мы так овер ДПСом ходим и ебашим все, блядь. Как на циркуле, блядь, все бисовые. В ульде бы так. Ворвались нахуй в этот, в целка 25 обычку, нахуй. Вовремя мы хотели затестить максимальный ДПС, сколько дадим на орки, блядь. Там что-то в рейде 6 магов было, блядь. 4 ханта, что-то такое. Тотал был, блядь, 590 тысяч, блядь. Так, здесь под стеночкой аккуратно, блядь. Спрыгнем аккуратно в уголок направо. Вот Анари, это кто такой? Есть там? Полипал. Да, есть такое, Коля. В скобочках напиши имя в Дискорде. Написано Надя, напиши себе Надя. Надюша. Да, Егор тут понабирал каких-то мамзель, блядь. У нас теперь в рейде будет как этот. Бентер. В каждом пате по две женщины, блядь. Такая же история. Смотрите, я к среде просто опять начну кикать, блядь, с Дискорда. Потом не удивляйтесь, почему вы там не в канале. В Дискорде обязательно напишите в свой ник игровой, в скобочках, как вас зовут.
Вентер, Денис, даю ему рейдер, да? Да. Хао. Давай найдем павший тебя. Нормально будет? Обновить попрест там, эти кресты, пожалуйста. Этот, Саня, ты тут? Нет? Поставьте шкаф. Присумуньте, там кого не хватает. Присумуньте. Что такое? Он же релугался. Так я быстро био отскочу, 30 сек. Посёк, а ты чё не Васёк? Посёк? Васёк. Артём, тебя как зовут? Тёма. Шо? А. Ну да. Я думал, Груди. Ладно. Фамилия. Волшебник, МКшечку. Блин, я думал... Да, чё, все готовы? Секунду, Алиска за регами отлетела и что-то долго грузится. Ну что, Златанрай с другой Надей спутал, которая мамка. В смысле, звание. Алисочка, в следующий раз просто Дживса попроси. Она владелица канала, так сказать. И, типа мы там самонили и так далее, она читает. Сладкого. Все готовы. Да вроде нет. Или да. Все готовы, подняли. Половка, давай. На исходночку. Заряжай, столовка. Зумар, заряжай. Я там себе схему придумал. А кого еще заряжай? Да не, я просил. Кстати, Велизевул тоже много бьет. Сёхан, ты сразу пэта в комнату, выпуливаете оттуда всех мобов. Агрите мобов, с краю только, не сразу, блядь, всю комнату, нахуй. На пул дали. Моба, да. Всё, дальше следующих. Сразу ещё ведите. Там бедный ДЦ, блядь, без мана. Дайте мейнер хотя бы. На пулы пошли. Там чумная тварь, вот ее надо тоже как-то это... Помните? Через нее сыграть. А кого бить-то? Уже никого нет. Сейчас он прилетит, телепортация обратно, одна секунда пишет. Сразу на пул резко, в столовку.
Че, ебать, ты на пенек сел, нахуй, пизды получил, да? Получается, да, бля. О, колечко хорошее на мутика, блядь, 100. Не знал, нахуй, то хорошее. Я пошлите, кстати, запы тоже сексуальные, соки там, блядь. Этот, да. А линканите кто-нибудь ДПС чисто по боссу есть? И 100 тащит, блядь. Да что в нем сложного? Надо, у него просто, блядь, поняла память на три буквы только, поэтому у него самого ник такой суп. Ну да. Если бы у тебя был бы ник там Лот, ебать, было вообще никаких проблем. Лот-то пускай называют. У него, понял, легко. Просто Лот. У него все легко, понял, там Рох, Пал, понял, все по три буквы. Мах. Нах. Дру. У него, блядь, все по три буквы. Идет тоже на три? Не, слова, блядь, на три буквы нельзя говорить. На хэ тем более. Мне кажется, он может, блядь, за такие слова, блядь, и совиным дзёбом въебать, нахуй, блядь. Поэтому не стоит, блядь. Клёво он так, куч нахуй, блядь. Да у макуху нахуй как даст, ебать, и все пизда, ебать. Поминай, как звали. Там же столько перьев. Зумар. Он пока подойдёт, там скорее Зумар, спекайся. Будут. Зумар, спекайся в ДД. Столовка тут танчит соло. Второй танк не нужен, нужен чисто ДПС, блядь. Владамир вылетел. Кирилл, не забывай вообще-то, что я бревно вообще-то. А, ну так тем более. Основное, в смысле, бревно. Хляснуть может ветвью, блядь. Че, Макс, расставишь метки? Как да. Ставил крайний раз. Да, 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 вообще. А че, этот, на платформу пойдем? Америки. Не-не-не, бегаем, вводим так же. И мне скажи, сейчас метки расставят так же, как у нас тогда было, блядь, ФК, блядь, новой гильдии, блядь, или втроем накрывали, нахуй. Да. Ставьте тогда так же красиво. Блин. Так, раз граница, два граница, третья, блядь, сейчас я скажу, третья. Вот это, по-моему, третья, блядь. Я не знаю, меня уже смущает, крест уже смущает. Нет, это граница, в смысле. Нет, ты ставь так, чтобы там, где должен держать танк. Танку держать? Не, ну босс может в этих метках находиться, танку нежелательно. Я могу скриншотик скинуть. Я босса ставлю в метку, ну, чтобы сейчас, понимали. Да, я сам скриншотик сейчас открою. Ну или давайте я быстро поставлю. Ну ставь. Да, было, я просто не помню, сейчас я скриншотик если найду. Красиво все. Ой, сильнейший. Так, все, вот вам 4 метки, бегаем по ним. В них, да, перебегаем, ты имеешь в виду? Он, где я скинул, как ставить, смотри. Ты куда? А, сейчас. Все, все готовы.